Сегодня будем взрывать вот такую игрушку мощными петардами П-23. Ребята, всем привет! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня будем взрывать топ-30 петард. На топ-30 петард я взял вот такие петарды вот. Думаю, многим понравится. Что ж, давайте начинать взрывать. А нашими спонсорами остаются ребята с лицензированной компанией 1xBet, надежного сайта для фанатов различного вида спорта. Делайте ставки на любимые команды во время чемпионата, а также зарабатывайте вместе с надежным букмекером. Все ссылочки будут в описании. Так, буду бросать сюда. Начнем с маленьких. Так. Так, бросаем вот такую белую петарду. Есть контакт. На два взрыва от золотого дракона. Так, теперь треугольник. Думаю, можно взорвать розочку. Следующую. Так, розочка не сработала. Взорвем К04. Вот такую. Так, снимаем заглушку, поджигаем. Отлично. Следующая будет вот такая оса от кометы. Так, отлично. Дальше Корсар 3 на два взрыва. Так, бросим следующий скрим, вот такой. Довольно-таки мощная петарда. Следующий будет К1000. Отлично. За ней пойдет П2000. Так. Дальше взорвем просто Корсар 3. От феерии. Отлично. Следующий будет Корсар 4 с эффектом.
хорошо. Взорвем петарду К-02. Взорвалась, отлично. Дальше Корсар 4 от кометы. Так. Бросаем розочку от феерии со взрывом. Так, теперь петарда К-1000 еще раз. Очень громкие петарды, всем советую. Так, дальше Корсар 3. Два взрыва. Следующая К-01-36. Вот. Отлично. Дальше Корсар 3. Один взрыв. Есть. Следующий Smoke Scream. Мощь, ребята. Дальше взрываем Thunder King. Так, теперь П-2000 от феерии. Просто бомбезные взрывы. Так, дальше К-1000. Так, бросим Корсар 4. Так, осталось у нас П-23. Давайте ее бросим. Ух, ребята, мощь. Так, осталась у нас еще такая черная дробь, Корсар 1 от Joker Fireworks. Давайте здесь установим. Взорвем маленькую связочку. Вот так. Ребятки, не забывайте подписываться, кто еще не подписан, ставить лайки, помогать каналу развиваться, предлагать какие-то новые идеи, рубрики. Думаю, столько хватит. Что ж, поджигаем.
Сегодня будем взрывать вот такую игрушку мощными петардами П-23. Давайте устанавливать П-23. Нужно установить так, чтобы загорелись все, ну, по крайней мере, все, чтобы получилось эффектней. Вот. Так. Устанавливаем и поджигаем. Тоже получился вот такой взрыв. Вот что случилось с игрушкой. Остались одни кусочки. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что еще взрывать. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, всем пока. А также не забывайте смотреть 4 видео, которые я выставил, может, вы их еще не видели.